Добрый день, уважаемый зритель! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока следующая. Точка ТР3. Джунджу и меридиан тройного обогревателя контролируют голову. Вот так вот просто, да. И все проблемы, которые возникают у нас с вами в голове, мы можем периодически что? Профилактикой через данную точку и, скажем так, выравнивание этого меридиана в норму, меридиана тройного обогревателя, содержать нашу голову в норме. Почему? Потому что голова все-таки дело, скажем так, темное, исследованию не подлежит, но чаще всего, вот, когда мы говорим голова, мы подразумеваем, это состояние мозга человека, то через данную точку ТР3 мы можем повлиять на мозг человека. Прежде чем повлиять на мозг человека, хотя бы, ну, анатомически познакомьтесь с функциями головного мозга. Почему? Потому что он практически на сегодняшний день не исследован. Но диагностика 12 меридианов уже нам может полностью показать, в каком же состоянии мозг человека. Это зрение, потому что на голове находятся что? Глаза. То есть через данную точку можем повлиять на зрение. Это слуховые качества, это вкусовые качества, это органы обоняния. Это ротовая полость, рот. Это лицевая часть и все, что находится на лице. Это нос, губы, вот, это кожа лица, кожа головы, это волосяной покров. Все на это мы можем повлиять, либо воздействовать с помощью точки ТР3 Джунджу. Но прежде всего, вот, прежде чем воздействовать на данную точку, помните, уважаемые зрители, не надо слепо воздействовать на точки акупунктуры. Перед тем, как воздействовать на данную точку, убедитесь, что у вас слабенькое зрение, либо вы свое зрение, скажем так, хотите подправить. Убедитесь в том, что ваш головной мозг не воспален, он и не слабый. Как это убедиться? Диагностика 12 миллионов вам в помощь. Ну и, конечно, внутренняя интуитивная, скажем так, подсказка тоже вам в помощь. Вот. Ну и, конечно же, можно на данную точку воздействовать при всеразличных заболеваниях, которые проявляются на голове. Можно работать с данной точкой при косметологии. В косметологии использовать? Да, можно. Можно, частенько люди жалуются на выпадение волос. Да, можно. Вот. На человека состояние лица ему не нравится. Можно улучшить свое лицо? Как ни странно, да, можно. Почему? Потому что, помните, состояние меридианов придает блеск лицу, не только блеск, разлаживает морщины. Вот, придает, скажем так, естественный кожный вид лица. Хотя на улице встречаешь иногда людей, что у них неестественно. Потому можно увеличить, то есть улучшить слух с помощью данной точки, данного состояния меридиана. Да, можно, пожалуйста, можно с ней работать. Но помните, лечение болезни — это очень глубокое познание восточной медицины. А для профилактики, с помощью профилактических воздействий массажа на данную точку, вы можете ее использовать, скажем так, всегда в удобное для вас время. И помните, что данная точка находится в очень удобном массажном месте. С ней можно работать везде, в транспорте, на пляже, скажем так, попивая кофе, смотря телевизор, либо читая книжку. Спасибо за внимание.